из тебя денег брать. Сколько процентов ты хочешь? 50. Ты бандит, Эдик. Вы узнали, кто этот Эдик? Отморозок этот Эдик, бывший ОБГ, легализовался. Вы можете забрать свою машину новой BMW 8 серии. Цвет синий Барселона. Машина подарок моей жене. Дочке скажи, что я уехал далеко. Сказал, что в монастырь ушел. Вырастет, скажу, что там их умер. Жив! Работай! Здравствуйте, уважаемый Андрей Петрович. Позвольте представиться, Эдуард. Мои коллеги, вы, благодаря своей удивительной смекалке, упали на мой автомобиль, который не подлежит восстановлению. Таким образом, Маликов Андрей Петрович должны мне 10 миллионов рублей. Как вы собираетесь вернуть ему долг? Куда вы меня ведете? В лес. Что ты делаешь-то? Я пошутил. Ты шуток не понимаешь.